социального жилого комплекса будет инвестировано 29 миллиардов тенге. Завершился Международный инвестиционно-строительный форум подписанием меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве с рядом компаний, в том числе и зарубежных. Так, например, в проект на строительство жилого комплекса и апарт-отеля будет инвестировано 27 миллиардов тенге. ТО «Строй Элитдом» обещает построить современную многоэтажку в Петропавловске ориентировочно в течение 2 лет. В целом, юридические обязательства касались строительства жилых комплексов, заводов и других предприятий в регионе. Всего заключили 14 меморандумов на общую сумму инвестиций более 128 миллиардов тенге.